вспоминала, тоже хотела попросить. Господи, что у меня творится? Стой. Я два дня убирала. Я уже не сомневаюсь. Мне до сих пор и на обоях день рождения осталось. И обоев нет в некоторых местах, где день рождения было. Ну, она позвала еще детей домой. Подожди, еще раз. Я на такие... Да, давно. Я один раз в жизни. На геройство такие жизни никого больше не решу. Но ты видишь шесть подачи на солярке, на головке ты видишь. А как, все же маленькие, да? Ну, позвала пятерых, потом Ирина сбегала быстренько до двора. Иди сюда. У них двор такой очень дружный. Скажу. Ну да. Куда ты заходил? Айси. СП. Мне бы не рвали. Я б никогда даже маленький бегал. Он снял, смотри. Я бы их либо двух выбил. Ему не нравится. Я только хотела сказать, я бы их выбила на улицу. Надо было накормить. А на улице попадают. Они пока кушали, не сидели. А попробуй слови. Не надо слови. Открыла дверь, сделала сквозняк и все вылупили. Все повело. Нет, во дворе они бы очень хорошо играли. Шарики им что-нибудь. Смотри одну фишку. Я бы даже это роспись у Андрюши на свадьбе, да? Это в ЗАГСе центральном. На меня не похоже, что это беседка. Смотри, я стал в комнате, где, ну, роспись. Ты сильно испугалась. Что я увидела расчет? Ну, смотри. Это же надо. Просто племенной богатырь.